С учетом разницы очков между двумя этими командами, хозяева в случае победы досрочно выигрывают чемпионат и заканчивают этот сезон. Ну а гостям же победа или ничья дает шансы побороться за титул. Итак, состав Баварии. Четверка полузащитников на поле. И заметь, что один из них сыграет чистую десятку плеймейкера и будет поддерживать нападающих. Исма. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то выронил подарок. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Вратарь! Вот это сейв! Судья показывает, что будет угловой. Кулаков отбивает этот мяч Нойер. Мяч перехвачен. Защитник молодец. Дуглас Коста. Тиаго Алькантара. На пару решили разыграть эту комбинацию. Ну, мою оценку Роберта Левандовски, я думаю, ты прекрасно знаешь. Знаю и, честно говоря, с ней категорически не согласен. Он несколько лет играет на высоком уровне и регулярно забивает. Чего ж тебе еще надо, черданцев? Да ты статистику, Генич, посмотри. Ну, конечно, напрашивается спор, кто лучше, Криштиану или Месси, но, пожалуй, мы сегодня с тобой эту тему развивать не будем. Согласен. Давайте просто полюбуемся игрой одного из самых неординарных и одаренных игроков последнего времени. Дамы и господа, мистер Глянец, Криштиану Роналду. Давид Алаба. Хамис. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Роберт. Арьен Роберт. Видаль. Отличный перехват. Это Лука Модрич. Отличный отбор. Но кому достанется мяч? Хамис. Терпеливо ждут они своего шанса. Гаррет Бейл. Есть первый гол в этом матче. Посмотрим, что будет дальше. Невероятной точности удар головой и гол. Мастерский гол. Мастерский. 1-0 в нашей игре. Мюллер. Отлично сыграно. Надо решать. Все видел Джером Боатенг. Мяч у него. Пас в разрез очень точно. Благодаря стараниям защитника этот пас на фланге не прошел. Филипп Лам. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Отлично играет на выходе голкипер. Да, ни секунды не медлил и все сделал как надо. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Родригес. И это удар. Ох, какой гол! Какой гол! Прекрасно играет команда и забивает еще один гол. И сегодня у них отличные шансы забрать кубок. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Тьяго. Видаль. Тиаго Алькантара. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Хамис Родригес. Бейл цепляется за этот мяч. Душ Сантуш Авейру. Роналду. Дуглас Коста. Альянс Арена находится в километре 10 от Мюнхена. И когда ты ночью подъезжаешь к этой арене, она поражает воображение, потому что выглядит как инопланетный летающий объект. Да, и что любопытно, помимо Баварии, на Альянс Арене играет еще одна мюнхенская команда, Мюнхен 1860. И, кстати, иногда там играет сборная. И вот когда играет Бавария, фасад подсвечен красным, когда играет Мюнхен, он подсвечен голубым, а когда играет сборная, все белым.
Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Криштиану Роналду. Он накручивает соперников одного за другим. Криштиану Роналду. И как пробил. На этом атака окончена. Офсайд. Тиаго Алькантара. Хамис. Дуглас Коста. Давид Алаба. Тиаго Алькантара. Бавария на половине соперника. Кеплер Феррейра. Криштиану Роналду. Модрич. Когда у команды вдруг возникнут проблемы с контролем мяча, именно он их и решит. Лука Модрич своими действиями может переломить ход самого неудачного матча. Опустит мяч вниз, где нужно придержать, где нужно отдаст. Очень редкий футболист. Робер. Криштиану Роналду. Все видел Мац Хумельс, мяч у него. Филипп Лам. Тиаго Алькантара. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Хамис. Робер. Свисток на перерыв. Еще 45 минут футбола на Альянс-арене. Поехали. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Роналду ведет за собой команду в атаку. Отличный момент. В перекладину мяч попадает. Бензема. Здорово сыграла защита, не прошел этот удар. Можно бить! На месте голкипер, все в порядке. Мяч за пределами поля, угловой. Отличный перехват, это Томас Мюллер. А вот и атака баварцев. Чисто отобран мяч. Модрич. Марсело Вьейра. Душ Сантуш Авейру. Хамес Родригес караулит этот навес. И это шанс забить! Ну а здесь кого винить? Только себя любимым. Филипп Лам. Арбитр назначает штрафной. Видаль. Это очень настырный и цепкий, но при этом креативный и сообразительный футболист. Давление, которое Артура Видаль постоянно оказывает на защиту, в конечном итоге приводит к ее ошибке. Как он работает с мячом! Левандовский! Левандовский забивает! По мнению Георгия, он делает это нечасто, но тем не менее здесь он не подвел свою команду. Браво!
Ну что ж, камбэк может состояться. Снова лишь один мяч разделяет команды. Серьезно уступала одна из них, а теперь подобралась к сопернику вплотную. И тут все может измениться за какие-то секунды. Вот это серьезный поворот, это дополнительный сюжет нашему матчу. Посмотрите, как Карим Бензема. Отличный сейв вратаря. Две трети матча сыграно, последние полчаса игры смотрим. Кросс опять с мячом. Роналду тащит мяч вперед. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Алаба. Великолепный проникающий пас. Шикарный момент! Модрич! Тут вратарь надежно сыграл, пришлось прыгнуть, но мяч забрал. Бавария пробьет штрафной. Вратарь намертво забирает мяч. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Бавария на половине соперника. Отличный пас в разрез. Надо забивать и сравнивать счет. Хамес Родригес. Реал на половине соперника. Защитник должен снимать такой навес, что он и делает. Судья показывает, что будет угловой. Вратарь решил отбить мяч. И вот процент владения мячом нам показан. Практически идентичные показатели у команд. Ну и по нашим ощущениям все так и выглядит. Томас Мюллер. Роберт Левандовский. Прекрасный пас. Опасно. И этот... И он забивает. Пропускает команда. Счет снова равный в этом важнейшем матче. Важно, что соперник сейчас получит психологическое преимущество. И сейчас нужно будет очень внимательно продолжать играть. 5 баллов. Я бы дал 6. Ну и дела. У нас ничья. Это самый настоящий гимн командному настрою и мастерству. Конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Решил пробить. Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Угловой будет подавать Бавария. Робен. Выходят они вперед в счете. И в этом забитом мяче вся Бавария. Настоящее немецкое качество. Да, замечательный розыгрыш углового и потрясающий гол забивает эта команда. Реал пока уступает сопернику в этом матче. Вида. Обладая солидным набором атакующих навыков, забивая, раздавая и созидая, Артура Видаль не сторонится и черновой работы. У Видаля очень агрессивная манера отбора, и посчитайте, сколько отчаянных подкатов он сегодня сделает. Не только принял хорошо, но и сохранил этот принцип. В этой атаке оборону пройти не удалось. Джером Боттен перехватывает мяч. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Роберт Левандовский идет вперед с мячом. Как же вовремя защитник перехватил передачу. Спас просто. Модрич. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Прекрасно сыграно. Мяч перехвачен. Роберт Левандовский. Отлично сыграно, надо решать. Здорово перемещаются их. Отличный момент. Это момент. Гол! Большое преимущество обеспечивает себе команда сегодня.
Но расслабляться пока все же не стоит. Вы знаете, если вратарь будет так играть, то, мне кажется, его и заменить могут. Он сегодня явно не в своей тарелке. Соглашусь с тобой, Георгий, очень неуверенно играет. 6 голов наколотили друг другу команды, и у нас 4-2. 3 минуты будет там. Тиаго Алькантар. Какая координация, остается он на ногах. А вот и атака баварцев. Штрафной на исходе матча. Прекрасно действует вратарь, выбрал позицию, подготовился, мяч у него в руках. Закончен матч, и мюнхенская Бавария побеждает. Терпеливо ждут они своего шанса. Игроки Реала разыгрывают мяч. Первый тайм начался. Посмотрим, какую игру нам сегодня покажут команды. И смотрим на состав Барселоны. У нападающих будет достаточно пространства, чтобы создать... Бензема! Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Суарес. Бускетс. Иньеста. Барса начинает атаку. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Хамес Родригес. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Месси ведет за собой команду в атаку. Сохраняет мяч футболист. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Суарес. Каталонцы переходят в атаку. Нет, не удержал он мяч, защитник не позволил. Родригес. В этом игроке удивительным образом сочетаются свежий взгляд на футбол и склонность к зрелым, взвешенным решениям. А вот есть шанс выйти вперед! Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Опасный момент. Удар, опасно. И это просто шедевр. В
Согласитесь, уважаемые зрители, что вот именно такие голы очень хорошо отсматривать на повторе. Спокойно, красиво, технично. Просто на заглядение. Счет матча уже открыт. Мы увидели быстрый гол. 14-я минута. Неймар. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Терпеливо ждут они своего шанса. Иван Ракитич. Пас Иньесты перехвачен. Маскеран. Серхио Бускетс. На Неймара подача. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Бейл. И пас обратно. Скучновато. Тут защита справляется. Потеря мяча. Альба Рамос. Месси. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Серхио Бускетс. Месси. Пяткой пытался мяч партнера передать, но на пути встал защитник. Было нарушение, но мяч у Реала, и арбитр даст отложенный штраф. Ну вот и все. От ворот показывает арбитр. Иван Ракитич. Месси. Иньест. Может получиться интересная атака. Эх, жаль. Хорошая могла бы получиться атака. Отличный пас в разрез. Угловой. Гаррет Бейл. Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Бейл. Опасный момент, но вратарь в порядке. Красавец. Да, упускает команда 100% шанс отличиться. Лионель Месси ведет своих партнеров в атаку. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Криштиану Роналду. Ушел мяч в аут, бросать будет Барселона. Иньеста. Это может быть опасная атака. Атака остановлена, но кто получит мяч? Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Криштиану Роналду. Серхи Роберто. Иньеста. И вот потери в центре поля. Роналду тащит мяч вперед. Подача, там есть Хамес. Родригес. Да, похоже, этот футболист, если и служил в армии, то точно не в артиллерии. Да, Георгий, промахи действительно бывают разные. Чаще всего их даже можно объяснить. Но вот в данном конкретном случае наука бессильна. Ну и техника, наверное, тоже. Модрич. Если футбольную команду можно сравнить с оркестром, то вот его дирижер. Лука Модрич синхронизирует действия партнеров так, что перед нами не набор индивидуальностей, а коллектив. Иньеста Лухан. Иван Ракитич. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. В этой атаке оборону пройти не удалось. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Иван Ракитич. Такие передачи всегда таят опасность. Это шанс! Забивай!
Хорошая передача. Криштиану. И это момент. Гол! Прекрасно играет команда и забивает еще один гол. И сегодня у них отличные шансы забрать кубок. Перед матчем я, честно говоря, думал, что будет жесткая борьба в середине поля, а тут такая размашистая, открытая и фактически односторонняя игра. Да, давят они очень прилично, моментов создали предостаточно. Я бы сказал, что одна команда превосходит другую буквально по всем компонентам игры. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Любимый счет Борис. Начинается второй тайм. Барса с мячом. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Альба Рамос. Посмотри по сторонам. Есть кому отдать пас. Кросс. Кросс хотел отдать пас, не вышло. Иван Ракитич. Иньеста. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Роналду. Модрич. Быть плеймейкером большой труд и серьезная ответственность. В этой команде за рисунок игры отвечает Лука Модрич. Образно выражаясь. Сокращай разрыв. Иньеста. И есть гол. Вот так. Дорогу осилит идущий. Большой разрыв в счете. Не отыграешь одним ударом. А по чуть-чуть вполне реально, как мы видим. Да, и посмотрим, что будет дальше. Потому что лидирующая команда сейчас вполне может дрогнуть. Бей. Модрич. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Суарес. Посмотрим за этой атакой. Серхи Роберто. Навес. Хорошая подача, но защита на чеку. Хамес Родригес. Модрич. Модрич. Реал на половине соперника. Бить можно и забивать. Игра остановлена. Будет угловой. Свистят болельщики хозяев. Не нравится им, что гости тянут время. Действительно, Хамес Родригес. И играть еще полчаса. Месси. Каталонцы переходят в атаку. Отличная игра в пас. Все. Бить надо! Прекрасный гол! Пропускает команда. Счет снова равный в этом важнейшем матче. Важно, что соперник сейчас получит психологическое преимущество. И сейчас нужно будет очень внимательно продолжать играть. Уже два гола он сегодня забил. И кто знает, может быть, мы увидим хет-трик. Ну и дела. У нас ничья. Это самый настоящий гимн командному настрою и мастерству. До ворот далековато, но надо рисковать и бить отсюда. И немножко жалко тех, кто ищет в футболе вкусное, что ли, гурманскую такую составляющую. Потому что этот мяч
мог бы стать великолепным блюдом. Да, такие стандарты надо все-таки реализовывать. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Роналду ведется... Опасно! И это мог быть его дубль в сегодняшней встрече, если бы не вратарь. Ну, не думаю, что форвард на этом успокоится и будет искать свои шансы. Красиво сыграно, как эффектно. И пошла передача. Защитник прекрасно обороняется, не позволяет пройти навес. 20 минут до конца основного времени матча. Серхио Бускетс. Иньеста Лукан. Отлично сыграно, надо решать. Бускетс Бургас. Бензема. Это угловой. Вратарь решил отбить мяч. Он бьет. Великолепный был момент, но счет остается равным. Серхи Роберто. Серхио Бускетс. Грамотный пас, все по делу. Суарес. Потерял он мяч, но кому он достанется? Роналду тащит мяч вперед. Бей и выводи команду вперед! Бейл! Могла команда сейчас выйти вперед, но на табло по-прежнему ничья. Неймар. Джорди Альба. Арбитр. Игра остановлена, штрафной. Вот интересно, кто-нибудь рискнет, кто-нибудь пойдет в атаку, не побоявшись возможного контрвыпада. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангу. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Лука Модрич. Для того, чтобы выиграть, остается 5 минут. Пока счет равный. Реал на половине соперника. Криштиану Роналду. Здесь защита справляется, мяч отобран. Ракитич. Бускетс Бургас. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Игра головой позволяет им сохранить мяч. Защита надежно играет, мяч отобран. Родригес. Судья добавляет 3 минуты. Лионель Месси караулит этот навес. Забирает мяч голкипер. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Модрич. Душ Сантуш Авейру. Очередной точный пас в его исполнении. Удалось нейтрализовать атакующего игрока, кто спасает врата.